Друзья, всем огромный привет! Как и обещала, сейчас покажу вам рум-тур квартиры, которую мы снимаем в Лазаревском во время своего отпуска. В общем, это прихожая. Так, такая небольшая прихожая. Здесь уже лежат наша обувь. В квартире был фен, вот такое вот зеркало. Сама квартира, она трехкомнатная. Но мы только арендуем одну комнату, в аренду взяли. Вот. Соседей у нас нету. Иногда бывает, приходит сын хозяйки. Вот он в этой комнате живет. Туалет. Здесь находится туалет с этой стороны. Так, сейчас я... Ой, извиняюсь, там Таиска моется. Так, это у нас, значит, туалет здесь. Довольно такой просторный. Наша комната, так, она закрывается, кстати, комната на ключ. Наша комната четырехместная. В комнате есть телевизор, такая вот двухместная кровать, стенка, так вот, шкаф для вещей, небольшой столик, стул. Здесь мама с Аркадием у нас спят. Ну, вот в шкафу мы тут занимаем. Так. Вещи тут у нас так. Уже тут Аркадий что-то себе искал. Наваленные. Не обессудьте, как говорится. Мы же на отдыхе. Так, ну, а вот в этом шкафчике уже висят такие вещи на вешалках. Вешалки, кстати, тоже были. Ну, а в этой комнатушке проживаем мы с Таисией. Так, вот наша кровать. Кондиционер. Работает. Тоже столик есть для всяких принадлежностей. Вот. Далее. Кстати, много в комнате розеток. Много. Вот розетка, вот с этой стороны розетка. И вот там, вот где Аркадий сидит, розетка. И вот здесь розетка. В общем, в комнате очень много розеток. Вот. Тоже, кстати, розетка. И у нас еще дополнительно тут тоже свет включается. Видите, светильнички есть. И зона такая тоже закрывается, если чтобы не друг другу, мало ли, не мешали. Так, далее гладильная доска, утюг. В этой комнате у нас никто не проживает. Машинка стиральная и кухня. Так, кстати, это такая довольно огромная кухня, красивая. Мы тут в ней все помещаемся. Мам, здоровайся с нашими подписчиками. Доброе утро. Так, вот такая довольно большая кухня, очень даже уютная, много посуды на кухне. Ой, это всякие кружки. Что тут у нас? Так, плита сенсорная. Так, это у нас что? Микроволновка и духовой шкаф. Электрический чайник. Так, что тут у нас? Тарелки. Сейчас, ладно, мама отойдет, потом покажу. Что еще? Холодильник, огроменный большой холодильник. И, кстати, в этом холодильнике, видите, мы тут все полки забили. Ну, потому что я говорю, мы тут одни. Никого здесь нету. Тут такой вот получается, как лоджия, что ли, тоже есть на кухне. Ой, как он там называется-то? Кондиционер. Боже мой, забыла. Вещи, кстати, мы сушим. Вещи мы сушим вот здесь. Вот мы живем на 11 этаже. Вещи на улице у нас сушатся. Вот такая сушилка довольно, кстати, большая. Огромная сушилка. Вот. И вид. Вид на море. Сейчас я вот увеличу. Вот море. Там море, там колесо обозрения. В общем, вот так вот. А вот этот вот, помните, когда с дома выходили, вот магазин «Магнит», который я вам показывала. В общем, мы живем улица Победы, 124. Здесь, кстати, вот горы. Обзор на горы. Снимаем мы квартиру. Вот у нас получается за 10 дней вышло 20 тысяч. Получается в сутки 2 тысячи. Очень, кстати, хорошая хозяйка. Вот я ее видела, эту хозяйку. Она ключи мне в Туапсе передавала, да и все. Все объяснила, все рассказала. В общем, нам все нравится и все рядышком находится. Единственное, что когда вот мы ходили до колеса обозрения в ту сторону, подольше шли, ну минут, наверное, не знаю, 20, где-то 30 шли медленным шагом. А так
А так нам получается до моря очень близко. Если вот мы, получается, живем рядом с ЖД вокзалом, то нам море тут рядом. Просто вот мне больше вот тот пляж нравится. Он там очень красивый, там красивый променад. Но мы хотим сегодня сходить вот на ближний пляж прогуляться. А, ну давайте я покажу вам. Отвлеклась я. Там просто мама посуду мыла. Отвлеклась немножко я. Покажу вам, что из посуды тут есть. Еще вот тут, видите, кружек всяких разных много. Бокалы есть. Это все, этим всем можно пользоваться. Столовые приборы, ложки, вилки, всякие там поварешки. Ну, здесь у нас мусорка находится. Ну, довольно очень даже чистая комната. Так, тут всякие полотенчики, пакеты мусорные. Так, а здесь у нас кастрюлики, терки. В общем, все самое-самое необходимое, что надо. Дуршлаг, все есть, в общем. Сковородки и все такое. Так что вот такая вот квартирка. Довольно уютная. Нам она очень понравилась. Прям по душе. Сейчас еще ванную покажу, если Тася вышла туда. Тася, ты с ванной еще не вышла? А, все, хорошо. Ну, сейчас, короче, выключусь и попозже покажу вам ванную комнату. Ну и, как обещала, показываю вам ванную комнату. Она самая обычная, ничего тут такого нету. Умывальник, жидкое мыло здесь было. Так, мыльно-рыльные, это наши предметы ухода. Полка для всего этого дела. Ну, чистая ванная. Зеркало есть, змеевик, на котором полотенца сохнут. Полотенца нам, кстати, выдали. Вот, ну, нормально. Нам все нравится. В подъезде есть такой балкончик у нас. Видите, какой обзор открывается. Ну и все. А, все, приехал лифт. Вызвали лифт. Все, сейчас едем. Спускаемся. А? Давай, заходи. Спускаемся, поедем. Чего ты? Спускаемся сейчас на первый этаж. Поедем на море. Таиска наша боится лифтов. Что-то какой-то, да, страшноватенький такой лифт. Ну, грязный. Зеркало особенно грязное. Что-то. Да? Да. Особенно вот это. Угу. Не буду снимать. Зеркало не то, что. Мы уже приехали. И выходим сейчас во двор. Все тут на домофоне, все закрывается. Здесь площадка детская. Вон там Аркашка, кстати, на детской площадке бегает. Сейчас покажу вам. Ну, небольшая такая площадка, но есть. У нас там уже тренажеры есть. О, даже тренажерчики есть, вон Таиска говорит. О,